то время как ранняя весна не радует нас теплыми днями, Китай стремится укрепить дружбу с Россией. И сегодня в Санкт-Петербурге истинный праздник. Прямиком из сычуаньской провинции Китая в наш город доставили троих малышей панд. Этот символичный подарок способен укрепить отношения наших стран. Ведь не зря же панда является международным символом дружбы и воссоединения. У зрителей нашего телеканала сегодня есть эксклюзивный шанс первыми познакомиться с малышами. Пойдемте скорее, нас уже ждут. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я руководитель отдела защиты медведей в окружающей среде. Кандидат зоологических наук, енотовед Аристарх Иванович Куртуазов. Вы пришли в достаточно интересный момент, когда Алипагога меланоликум, а или попросту говоря, панда, готовится к приему второго завтрака. Но прежде попрошу надеть халат. Алешенька, прими куртку, пожалуйста. Спасибо. Ага. Пожалуйста. Господи, это... Это самое прекрасное, что я видела в своей жизни. Можно я? Да. Спасибо. Ну какие же вы хорошенькие. Алешенька, давай кормить малышей. Аристарх Иванович, да? Скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь содержать этих прелестных малышей в нашем зоопарке? Ведь климат в России неподходящий. Видите ли, проведением зимней Олимпиады в Сочи Россия доказала всему миру, что для нас ничего невозможного нет. И наш проект тому не исключение. Правительство нам уже выделило 150 миллиардов долларов на постройку замкнутой экосистемы. Мы про себя ее называем ЗК. Где будут полностью воссозданы все климатические условия, а также атмосфера Китая. В данный момент уже заложен фундамент нашего ЗК на Крестовском острове, на месте старого стадиона имени Кирова. Работы ведутся неимоверными темпами. И в скором времени та часть Петербурга будет вполне пригодна для полноценной жизнедеятельности наших малышей. Скажите, а вы уже придумали им имена? Конечно. Это Фридрих. У вас Карл. А в углу у нас Верочка. Как Брежнева? Что вы? Засулич. Мы на нее возлагаем большие надежды. Давайте пожелаем здоровья и роста этим крошкам. Специальный корреспондент Надежда Упадышева, Санкт-Петербург.